Я хочу представить вам нашего нового ученика. А что, он сам представиться не может? Он может. У меня к вам просьба. Вы все взрослые люди, да? Примите его с пониманием. Я его лично приму, обещаю. Проходи, проходи. Привет. Я Яна. Очень приятно. Нижинский. Я Яна. Слышь, когда меня Нижинка не называла? Нижинский, все, не называла. За что вы отпустили его? Я предупреждала, пусть отпусти его. Помещение нормально же все. Чмо. Добро пожаловать. Понял меня? Ну что, пришел? Покакать? Иди какай. Давай драться. Ну что, где? Когда? Годить, парни. Сейчас заднюю даст. Что, ты уверен? Будем или не будем? Будем или не будем? Определишься или нет? Сегодня. После уроков. Хорошо. Тогда увидимся, что. Че стоишь? Давай, иди. Мама спросила разрешение, да? Здорово, Резак! Думал, не придешь. Спасибо. Не убею. Конечно, убийца здесь только ты. Я так. Как говорится, приятного просмотра, вашу ложу в первом ряду. Ну что, а теперь давайте с вами всегда. Андрюха, привет! Рад тебя видеть! Поддержим Арса! А я ждал. Я ждал, думал, откажешься, но все-таки пришел. Честно, рад. Соскучился. Скучал по тебе, брат. Ну что, как дела? Че молчишь-то? Это кто к нам пришел? Ух ты, посмотри, тоже пришла, да? Давай, друзья, давай. Готовы? Продолжаем. Что это?